В главном матче недели в казанском баскет-холле «Уникс» принимал ЦСКА. Янис Стрельникс ярко начал эту игру. Снайпер гостей врывался в краску и подвесил парашют в кольцо «Уникса». Вот это движение мяча у казанцев! Хозяева нашли на периметре Джамара Смита, а тот эффектно набрал 2 очка в проходе. Привет от Косты Куфоса! Греческий центровой получил передачу от Майка Джеймса и без раздумий вколотил его в кольцо. Бэнк! Андрей Воронцевич обманул одного соперника, второго, и отдал пас на Джоэля Баламбоя. Воу! Мощный слэм от форварда гостей! Реймар Морган, как заправский защитник, убежал в быстрый отрыв. Евростепом обыграл соперника и забил. Только посмотрите на это! Как эффектно уйти на большой перерыв, спросите у Эрика Макколума. Степбэк, бросок издали, бэнк, точно в цель. Воу, вот это попадание от Йоханнеса Войтмана. Центровой забил после фола соперника и получил право на бонусный штрафной. Гости выигрывали 11 очков, но «Уникс» не собирался сдаваться. После этого попадания Эрика Макколума разница в счете стала минимальной. Все тот же Макколум вывел казанцев вперед, забил важнейший мяч за 2 минуты до сирены. Да еще и с фолом. Андрея Воронцевича нельзя оставлять одного. Форвард положил свободную треху и вернул ЦСКА надежду на победу. А в этой атаке Майк Джеймс мог вернуть армейцам лидерство, но Дмитрий Узинский был против. Это блокшот. А по венам Джамара Смита течет просто ледяная кровь. Защитник забил ключевой трехочковый, фактически решив исход противостояния. 94-86. «Уникс» обыгрывает ЦСКА в матче недели в Казани.